지메. 이들과 대결해. 이들이 쓰러질 때 야를 역사가. Ну что, готово? Отлично, я отправил адрес, куда надо ехать. Это было неизбежно. Такие чуваки проигрывать не любят. Одна деталь. Слышишь? Часики тикают. Не трать времени. Избавься от хвоста, прежде чем приезжать. Или перестреляй их, если хочешь.
это проеб, ты понимаешь? А, ладно. Просто получишь меньше денег. Ставлю тебе удовлетворительно. Перед следующим заказом поработай над ошибками. Всем остальным займется мой человек. Твоя награда уже ждет. Главное, не трать все на черные вирты и блестяшки. Ah!
сейчас будут твои похороны! За
твою ж мать! Отступаем! Thank you.
смотрят на тебя с небес. Thank you.
Общая тревога! Открываю огонь! Stop!
что она там не по своей воле, ее держат в плену. Можешь спасти даму от этих психов? Ее брат будет тебе благодарен. В письме подробности. Не стреляй! Я врач. Я не из банды. Я знаю. Ты Люси Текин. Опять все отрубилось, твою ж мать! А ты вообще кто? Ви, меня прислал твой брат, чтобы тебя вытащить. Берти? Ладно, ладно, погоди минутку. У нас нет на это времени. Местной аппаратуре давно пора на свалку. Надо сваливать, сейчас. Раз уж ты тут, просканируй его. Давление падает. Температура тоже. У него геморрагический шок.
Попробую остановить. А ты перелей ему дозу синтетической крови. Ну давай, вон же он на столе. Первый слева. Да не мне на руку. Порядок. Подождем, пока схватится. Зачем ты это делаешь? Я врач. Да он убил больше народу, чем ты спасешь за всю жизнь. У нас тут операция, а не судебный процесс. Готово. Пациент вроде стабилен. Пусть теперь лежит и восстанавливается. Спасибо. Теперь можно идти. Будь рядом и не высовывайся. Давай, еще немного. Твоя тачка. Залезай. Люси в безопасности. Безупречная работа. Спасибо.
Ну ты подумай. До связи. Пока, Ви. Не верь журналистам, они врут.
как дела? Жив еще? Надеюсь, что да, а то у меня тут новый заказ. В этот раз надо найти запись инициации мальстрёмовца. Хочешь знать больше? Глянь мое письмо. Здравствуйте! Пошли!
Полиция! Thank you.
Данные получила. Спасибо, Ви. Заказ закрыт.